За место. Должен признать, люди, эта горстка слабаков, умеют удивлять. Кто знает, что за тайны они здесь хранили?
должен быть способ одновременно вспороть все слабые места этого увольня.
Свет убедил всадников апокалипсиса стать рядовыми убийцами. Или Самаэль купил твою верность. Если ты продаешься всадник, то мы можем попробовать договориться. Тебе не понравятся мои условия. Тебе надо было принять мое предложение.
чего довело тебя в конец! Сердце, пока она жива! Я хочу услышать, как она вопит! Я одна из приближенных. Я могу выполнить любое желание. Можешь ли ты восстановить равновесие? Неудивительно, что Самаэль хочет заполучить ее сердце. Оно же переполнено силой. Неужели ты поверишь, что он выполнит свою часть сделки? Прискорбно. Как же ты выберешься из этой темницы без помощи своего пернатого друга? Я найду способ. Ты уже доказал, что весьма обеспечен. Может, я укажу тебе короткий путь? Говори прямо, демон. Змеиные норы, забытые тропы, лежащие под кожей этого мертвого мира и уходящие далеко за его пределы. Я сам пользуюсь ими, а за определенную плату сможешь и ты. Что ты хочешь, Вульгрим? Право, ответ предсказуем. Сердце приближенного. Я учуял его, как только ты вышел из башни. Ты обижаешь меня, всадник. Я никогда бы не встал между тобою и Самаэлем. Нет, я хочу лишь взглянуть на сердце. Один взгляд, и мы ударим по рукам. Самаэль будет доволен. Змеиные норы к твоим услугам, всадник. Когда решишь их использовать, найди меня.